перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу-йоу-йоу. Салют. Первым салют. Самым первым салют. Шо ты, як дела? В порядке, братан, дела, як дела? Привет, здорово. Здорово. Вкус ветров, ветеранов. Благо, здравствуй. Здравствуй. Бля, такие вообще обращения официально. Йоу, всем салам, всем салют. Йоу. Йоу-йоу-йоу. Когда мы сможем послушать твой альбом? Брач, даже не знаю, альбом не очень скоро. Мой альбом не очень скоро. Белый, желтый или розовый? Сложно. Да, ты чё ты меня подъёбываешь? Слушай, а чё ты не понял, что случилось? Блять. Я начинаю читать вопросы и начинаю сразу же с ахуя. Да, наверное, может лучше отключать комментарии, короче, да? Нет? На горизонте есть один сингл, который, ну, скоро выйдет. Один сингл, единственный. Вот. Один единственный сингл. Everybody, I'm single. Один единственный сингл, который выйдет в ближайшее время. Йо-йо. Чё у них? Чиловые треки. Ну, смотря что для тебя чиловые треки, бро. Чиловые, прям чиловые, чиловые. Прям чиловые? Ну... Вообще, по идее, да. Блять, вы долбоёбы. Никто вам не скажет, почему не в кафе. Почему до сих пор такие вопросы? Я вот не понимаю, парни, серьезно. Такие вопросы до сих пор. Я вот, не знаю, выхожу в эфир, думаю то, что... Ну, явно не для этого, в общем, чтобы одно и то же было каждый раз. Чиловые треки, братан, я понимаю, о чем ты. Не знаю, меня что-то ничего не тянет на чил в последнее время. На чиловые треки. Именно. Наверное, вопрос в битах. Вот. Наверное, вопрос в битах, как бы. Про настроение треков. Чиловые треки, если я слышу чиловые биты. Я очень редко слышу чиловые биты. Очень мало прям вот чиловых битов. Вот в стиле синдиката, да. Так синдикат — это бит с Ютуба. Я никогда не дождусь таких битов. Стопудово никогда.
Что в этом такого? Тебе сложно сказать, что в этом такого? В чем, мэн? Я не понимаю. Как вообще продуктивность? Часто пишешь текста? Не очень часто. Как хотелось бы. Вот. Но продуктивность. С кем будешь фитовать? Да бля, я ни с кем не буду фитовать пока, наверное. ХФ не говно, сам говно, да не говно, мэн. По-моему, ты соришь. Все, не сорим. Я все жду нормальные вопросы. У тебя образование есть? Да. У меня много образований. В основном все доброкачественные. Как для треки, как жизнь, брат. Покажи кустик. Окей. Кустик, блядь. Постоянная рубрика, блядь. Покажи кустик. Показал. Да нормально с кустиком все. А, кустик такой, что потом хуй отпустит, мне кажется. Как? Включи что-нибудь из своих треков. Да, у меня нету, не с чего включить. У меня один вот. Одна мобила есть, как бы все, транслирую сейчас эфир. У меня нет никакой возможности. Я бы с удовольствием включал бы биты какие-нибудь и треки. Когда треки? Расскажи про детство, расскажи про детство. Ну, в смысле, блядь, это долгая история, бро. С какого момента это вообще начать? Даже не знаю. Родители знают, что ты делаешь музыку? Да, они знают, что я делаю музыку, но они максимально, короче, не понимают этого. Они думают то, что я делаю музыку для себя. Ну, в основном, на самом деле, так и есть, в принципе. Как бы так и есть. Кустик дома, метадон. Метадон? Метадон? Слышь, 17:03, ты 17:03 в честь чего назвался? В честь бара? 17:03? Реально? Или ты типа в честь города, то что Петербург в 1703 году, ты типа, ну ты типа в курсе, да? С каким-нибудь, хочешь записаться с каким-нибудь иностранным рэп-исполнителем? Блять, да я дохуя с кем бы хотел записаться, с иностранным рэп-исполнителем, только, блять, только, короче, не знаю, какой трек получится из этого. Ну, не знаю, блять, иностранные рэп-исполнители, что они смогут мне дать в плане звучания. О, вот это очень большое сообщение, да, я хочешь, я прочитаю? OG Joint, ты не первый раз, я уже тебя вижу, окей? Благо, очень сильно уважаю тебя и твою музыку. Жду новых треков. Желаю тебе хорошей жизни. Как понять, что ты пойм... Как понять, что ты поймал вайб для создания трека, как не проебать это состояние? Да у каждого своя... У каждого свое...
вот это вот поле, понимаешь? Ну, типа, короче, у каждого свои заебы, короче, у каждого свои какие-то эти движухи. Я не знаю, у тебя только должен свое выработать, наверное, состояние. Советы давать у каждого, я говорю, свое видение. То есть, ну, в смысле, я тебе сейчас начну. Ага, рандом. А, просто ты рандомно 1703, да, сделал? Удачи тебе. Сабро, как с треком Пальмы? Пальмы, пока не записан еще. Сергей Трайбов. О, здорово, бро. Маник. Что делал сегодня? Сегодня вообще ничего не делал. Максимум. Блять, пиздец, вот сейчас вопросов, наверное, 10 подряд просто в топку идут. Кстати, когда альбом будешь делать, к нему будут клипы, или денег мало для создания клипа? Да, клип, в принципе, не в деньгах меряется сейчас. Ну, для меня, по крайней мере, у меня есть знакомые, которые как бы вообще без денег это сделают. Сделаю, я просто хочу сделать все грамотно. Наверное, не на те треки, которые пока есть. Все со временем, да, по-любому будут клипы какие-то. 100%. Когда-нибудь, попозже. Но не сейчас. Сделаем так, что ты выронишь сплив. Ну, вообще, как бы нужно делать так, чтобы роняли сплив, но вот конкретно в моей ситуации, вот, например, я не хочу, чтобы я ронял сплив, поэтому не надо так делать. Пацаны, пожалуйста, не делайте так, чтобы я ронял сплив. Потому что, ну, сплив, он же, ну, ты же его как бы скрутил там, а тут хуяк ты его выронил. Смотря куда ты его еще выронил. Если ты его выронил из окна, блядь, то вообще тогда, ну, ебануться. Нахуй это нужен такой рэп, блядь, когда ты из окна сплив выронил. Понимаешь, о чем я? 1, 2, 3 будет выстрел пли. Ты не шокай. Ты что, пиздуватый, ты что? Почему у тебя липкие пальцы? У меня не липкие пальцы пока, братан. Они нормальные сейчас. Нормальной консистенции. Пока что. Респект тебе. Продолжаю в том же духе. Буду ждать новых пушек. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ставлю сотку, что ты взорвешь в будущем. Но мне кажется, ты не проебешься в любом случае, братан. Ты стопудово не проебешься. Даже если ты въебешь эту сотку, я думаю, то, что ты не проебешься. Липкий, потому что возился с Мунроком. Так я не возился с Мунроком вообще. Я Мунрок-то вообще никогда даже не видел вживую, блядь. Мунрок. Блядь. В третьем альбоме Олега будет с тобой фит. В третьем альбоме Олега не будет со мной фит. Даже не знаю, почему вообще. Блядь. Интересный вопрос такой, я в ахуе вообще, блядь. Вопросы просто на лям баксов, нахуй. Есть, конечно, интересные вопросы, базар, но вот такие, это, конечно, блядь, гран-при пока что, вот сейчас у тебя за этот вопрос. Ну вот, про третий альбом. Вот, я думаю, на самом деле, может, тоже три альбома сделать. И вот сделать, может, три альбома и как бы сразу, блядь, три альбома. Три альбома сразу, это сильно. Чё? Вот и всё, тебе ответили уже на вопрос. О, Никитос, брачо. Ой, бля, мне так нравится, когда отвечаете, ну, кто-то отвечает за меня, как бы, в комментариях, и зачем вообще?
все это нужно. Вот. Вся эта дружба, блядь. Вообще, нужно ли это понятие? Как вы думаете? Любимое место в СПБ дома у меня. Братан, про гидру можешь вообще, не ко мне вопрос вообще. Не знаю. Я на гидре вообще, я не делаю операций. На гидре. Гидра, ёпты, блядь, чё нахуй. Вот, отлично, отвечайте, да, вот. Да, зачем я вообще как бы в это лезу? Вот человек проверял, говорит, на гидре безопасно. То есть, ну, попробуй, чё ты. Почему бы и нет? Ну. Не знаю насчет гидры, пацаны. Мне кажется, это не очень безопасно в любом случае. Блядь. Марки какие-то, блядь. Какие-то марки. Что за марки? Что такое, марок жрёте, что ли? Может, хватит? Дружба, дружба. Благой, когда пиздец в жизни, что остается делать? Ну, мне кажется, что нужно максимально уйти. Когда пиздец конкретно в жизни, нужно угандошиться, короче, мне так кажется. Но это каждому свое. Но вот мое мнение, как бы, что нужно, как бы, как минимум, нормально так угандошиться. Ну, хотя бы в один день, и там уже посмотреть, стоит оно того. Если ничего не произошло, то угандошивайся дальше. Вот. Ну, то есть я как бы говна не пожелаю, ты понимаешь. То есть, да. Говна я тебе не пожелаю. То есть. Вот, тут вентилятор, блядь. Окей. Когда пиздец в жизни, блядь. Ну, пиздец в жизни примерно всегда, чувак. Ну и что из этого следует? А что за трек, где строчка «Планета сойдут с орбиты»? Это новый трек, который еще не записан даже. Можешь читануть? Да, блядь, как-то сейчас нет особо настроения читать. В прошлый раз было, сейчас нету. Понимаешь? Там примерно смысл в том, что... Я курю этот мир, но только если бросить крутить, то планеты сойдут с орбит. А. Благой, братан, знаешь, что твои эфиры сейчас сохраняют? Да, да. Я не понимаю, нахуя вообще это надо. На самом деле у меня был заебатый эфир, когда я потерял сознание, короче, это предпоследний мой эфир. Предпоследний, это вот перед этим как раз эфиром, где мы ебашили шарики, и я потерял сознание. Вот почему его, блядь, не сохранили, я не понимаю. Мне просто было очень интересно самому посмотреть, как это все произошло, потому что я не помню, как это случилось. Вот мне бы было интересно посмотреть, это было бы скандально, там, ну, можно было бы его назвать, там, «Благое благо потерял сознание от шарика». То есть там уже, блядь, уже скандал как бы какой-то, да? А почему-то сохранили там на рэп-перископе, что-то такое мне скидывали, какой-то вообще предыдущий эфир. Пацаны, блядь, сохранили бы нормальный эфир, блядь.
Жалко, конечно. С Тарасовым общаемся, конечно, да. Как-никак общаемся в любом случае. Альбом будет. Ты, я так понимаю, живешь днем сурка. Нет, чувак, почему ты так думаешь, что я живу днем сурка, блядь? Это когда все одно и то же? Нет, далеко не одно и то же. Все. Я бы и хотел, может быть, чтобы какой-то день был постоянно, но не ближай, не вот эти, не последние деньки, понял? Благой, братан, можешь ебучку твою на прочность... Можно? Может, ебучку твою на прочность проверить? Чувак, все в твоих руках, братан. Проверяй, если хочешь, на прочность мою ебучку, короче. Ты, главное, о своей задумайся, ебучки. Мне кажется, твоя ебучка не из бронежилета сделана тоже. Да и сам ты мягкий, стопудово. А чё в шариках-то было? В шариках просто сознание потерял. Вел эфир и, ну, и потерял сознание. Ну, как когда-то, не помню. Полторы недели назад, неделю назад где-то. Кто видел этот эфир, тот знает, короче. Короче, просто, блядь, вел эфир, хуярил в шарик и упал. Сколько шаров закинул? Они... Да там, блядь, не в цене дело, там баллон здоровый был, короче. Там шаров 15 до этого я уебал, перед тем, как упасть. Блять, опять рубрика там «Совет», да, походу, начинается. Благо, что делать, чтобы у школьников наконец-то появилось уважение к старшим, чтобы они перестали пиздеть, они просто не вывозят за базар. У малых школьников никогда не было уважения к старшим, братан. Я себя просто помню, блять, малым школьником, блять. Забудь об этом вообще, чел. Ты сам себя вспомни, блять, малым школьником, блять, уважение к старшим. Оно есть, но оно, блядь, знаешь, выборочное, блядь. Может быть, ты просто не тот старший, которого следует уважать им конкретно, понимаешь? Вот. Но проблема поколения очень сложная, как бы, блядь. Кто-то пиздит сейчас на молодых. Я вообще этих людей не понимаю, кто пиздит на молодых. Вы, блядь, были еще хуже, чел. Мы были еще хуже, намного хуже, блядь. Мы такое делали вообще в свое время. То, что сейчас вот челы на районе, вот у меня, например, они такое не делают. И я рад за них, потому что они здоровее, блядь, будут. У них здоровье будет больше, там, к 20 хотя бы, блядь. Мы-то уже начинали, там, с 15 убиваться, блядь, всеми. Всей хуйней вообще там врубайтесь, о чем я, блядь, там амфик, хуй амфик на районе, как это, как хлеба, блядь, как говна, блядь, как чего угодно. Мы все торчали, мы все убивались. Ну, главное то, что вовремя, ну, как бы это все стопорнуть, да, это как бы уже нужно включить мозг. Не у всех, как бы, мозг находится в голове, блядь. Но молодость, понимаете, молодость это такое время, что ты не контролируешь это. Ты никуда не поднимаешься, кроме музыки. Да как куда мне еще подниматься, бро? Благо, как ты видишь жизнь после смерти? Блять, очень такой вопрос. Очень личный. Мне кажется, нам, ну, если бы мы с тобой лично увиделись и там, ну, выпивали с тобой или как-то там общение, я бы, ну, мы бы поговорили на эту тему, а так это все какая-то хуйня. Я видел, пиздец, ты намазал, ты видел? 17.03, ёпты, ты, походу, ты все видишь, ёпты, 17.03. Ты, блядь, походу, вообще этот самый, блядь, смотрящий, да, блядь, за трансляциями, да? Давай тебя, блядь, коронуем, может? Смотрящим за моими трансляциями ты будешь по жизни, а? 17.03. Я даже твой профиль не видел, мне кажется, я посмотрю твой профиль. Не знаю, я ничего не хочу на будущее говорить, но я, сука, посмотрю твой профиль потом, попозже. Гарди Бит. С нами Гарди Бит, салют. Благо, когда альбом... братан, забудь пока про альбом, вообще очень не скоро. Ой, йо, битжмейкеры подъехали. Гарди Бит, большой косяк. Гарди Бит. Это большой косяк. Да не то, что Гарди Бит, это большой косяк. Санкт-Петербург. Это большой косяк.
Я к 16-19-летним, ну, блядь, тут уже, я не знаю, как тебе сказать, блядь, я не знаю таких уж совсем отбитых там людей, и, ну, которые бы совсем уж там, блядь, не уважали старших. Не знаю, чувак, ну, блядь, это все так как-то локально, хуй его поймешь. Не знаю, что нужно для этого сделать, но если так уж, то, блядь, ничего не надо для этого делать. Я... В КЗ-шмале все щеглы убиваются. В КЗ-шмале все щеглы убиваются. Так мы всегда, блядь... Знаешь, у нас на райке, если бы была шмаль в свое время, люди бы здоровее были сейчас. Потому что, ну, шмали у нас никогда не было. И сейчас ты ее, ну, то есть, как бы, если ты не шаришь, как бы, ты как бы проебешься. Здесь гашла дохуя всегда было, как бы, блядь. Особенно тогда, когда я рос, когда я, блядь, был в школе, был только гашек. Там шишки, бошки, это так вот все было условно, это так все было сложно, блядь. Это так все было какие-то вообще там, блядь, другие варианты. А максимально простые там, блядь, это камню там въебать в каждом дворе, ебаный в рот у меня на районе. Я просто в школу никогда не ходил трезвым, блядь. Я всегда упахивался там, блядь. Ну мы долбоебы были, мы не знали меры, бля. Это все, конечно, хуево, я понимаю, бля, это ненормально. Это ненормальность. Но мы только открывали для себя это, знаешь, то есть, это вот, можно сказать, первое такое поколение в Питере, которое прям убивалось прям люто, нахуй, там, с 14 лет. Шаришь, блядь. Вот мы попали под эту волну. Многие люди попали под другие волны, которые были в то же время, и они не вывезли нихуя. И их как бы сейчас нету, да, я могу сказать, что их, ну, они уже ушли. Они ушли в прямом смысле, прям покинули тела, ёпта. Хотя мы начинали, грубо говоря, вместе Торчебаску эту всю хуйню. Нам, бля, у нас своя движуха была, знаешь, типа. Вот. И у кого был мозг, те остановились. У кого не было головы, те там и остались. Их сейчас уже нет. У них до сих пор нет головы уже в прямом смысле. Благой, чё... Ты чё, рил с коксом там бавишься, пацаны? Насчет фотки, вот эта фотка, которую сейчас выложила, ей 2 года, это 2 года назад было. Я просто решил угарнуть и все это. Как бы, блядь, я не балуюсь сейчас ничем, я не шпекую там, тем более, как бы. Это было 2 года назад, да, был такой момент, когда мы прикалывались. Вот. Это 2 года назад, чел. Мне так понравились эти, блядь, активности в комментариях, там кто-то отписывался, уже собрался, ну, блядь, ну, окей. Это как раз время, когда в носу запах белой дряни. Себя коронуй. Слышь, 17:03, бля, отвечаю, я посмотрю твой профиль, мне кажется, ты очень интересный человек. Коронуй, ты такой, ну, пиздец, ты так прям разговариваешь. Похуй на тебя вообще, если честно. 17:03, у тебя даже погоняло максимально такое вот, на которое лучше не обращать внимания. Как думаешь, ганжу легализуют в Рашке в течение следующих 50 лет? Вот насчет, короче, легализации травы, вот мое мнение, во всей России, вот вся Рашка, вот представьте, да, Сургут, да, Саратов, Магадан, сука, Мурманск, там, блядь, Брянск, Орел, там, ёпта, блядь, какие еще города есть, нахуй, Оренбург. Вот вы можете себе представить, легалайз в Оренбурге, блядь, или там, легалайз, короче, в Брянске. Да нихуя, ёпта, знаешь, то есть, как бы, легалайз в России возможно в определенных городах. Вот я считаю, что Питер это максимально Амстердам в этом плане, то есть как бы реально то, что легализуют марихуану в Петербурге, это было бы максимально, потому что это туристический город, сюда приезжает много людей, как бы, да, это подняло бы туристическую планку, нахуй, да, это было бы заебись, но это реально в Петербурге, я прям это вижу в Питере, я вижу кофешопы, блядь, в Питере, я вижу... Ну, вот это вот все вместе, короче, всю эту культуру, как, грубо говоря, в Барселоне сейчас есть, как бы, да,
В LA, блядь. Ну, это слишком, конечно, уже. Ну, например, ну, как в Барсе. Я вижу в Питере, но я, блядь, не вижу это в России. Я не вижу это в остальной России, чел. Это нереально. Это утопия какая-то. Вот, серьезно. Я не вижу это в ЕКБ даже, блядь. Потому что там настолько все... Ты говоришь 5-10 лет, братан, да мне кажется, все так же останется. Но вот реально, что в Петербурге это будет, реально. Я очень хочу в это верить, потому что у нас реально...